В Великом Новгороде прошла выставка Петербургской иконописной школы мастерской «Преображение». Преподаватель Елена Василева и несколько ее учеников представили перед новгородцами свои работы, которые можно увидеть до 12 апреля. Выставка прошла в Музее художественной культуры в Новгороде и называлась «Икона от молитвы до образа». Зрители могли не только увидеть работы учеников Петербургской мастерской, но и ознакомиться с этапами создания иконы. В одном из залов представлены стенды, на которых подробно описаны и проиллюстрированы все тонкости создания иконы, какие используются краски, как делается левкас, как наносится золото. Посетитель выставки словно заглядывает в мастерскую иконописца. Сделать эту выставку нам предложила компания «ГАМАЗ», и она занималась организацией этой выставки. И первый, кто откликнулся, это был музей в Новгороде. Потребность в полупрофессиональных мастерских иконописи огромная, так как сегодня активно строятся и восстанавливаются храмы, и не все имеют возможность пригласить профессиональных художников. Так же, как и немолодые люди, заинтересовавшиеся иконописью, не могут позволить себе учебу в вузе из-за занятости. В школе «Преображение» можно пройти как интенсивные 2-3-месячные курсы, так и осваивать мастерство по более углубленной 5-летней программе. Но для некоторых выпускников даже этап в 5 лет не является завершающим. Знаете, мы все пришли по-разному. Меня подружка привела. Я никогда не дерзнула бы заняться иконописанием. Она сказала, знаешь, вот давай попробуем. В результате на втором курсе она ушла, а я остался. Я до сих пор не знаю, почему я здесь. Это настолько увлекательный, захватывающий процесс, и настолько это как-то... От этого оторваться невозможно. Сама создатель мастерской Елена Василева не только никогда не мечтала стать иконописцем, но даже не рисовала. Она занималась наукой, преподавала в вузах, но единственная встреча со знаменитым старцем Николаем Курьяновым изменила всю ее жизнь. На сегодняшний день Елена Ивановна – опытный и востребованный иконописец и преподаватель школы мастерской «Преображение» при храме во имя иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Новгородская выставка – это еще один важный шаг для нее. На открытие выставки приехала и выразила свою радость преподаватель спецкурса по иконописи Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Валентина Варламова. Она сама когда-то искала, где можно поучиться иконописи, и не могла найти в городе таких курсов. Вот очень важно в иконе – это терпение. Терпение, смирение. Несмотря ни на что, все-таки вот утирать слезы, восстанавливаться, идти почищаться, исповедоваться, рисовать. Падаешь, опять встаешь, чистишь, снимаешь все, вплоть до того, до доски. Трещины могут идти, опять начинаешь выказывать, опять все это очень тяжело. Поэтому я так рада, что ваша школа, все-таки вот она есть, существует, и вы приехали к нам. Выставка «Икона от молитвы до образа» продлится до 12 апреля в Музее художественной культуры Новгорода.